Всем привет, сталкеры и туристы, с вами Свинтовит, и мы продолжаем проходить, в общем, сталкеров в Припяти с модом Мизери. В общем, в прошлой серии была жесть, и Химеру я там с Бюрером завалил только по счастливому случаю, повезло, но не знаю, с какой попытки мне удалось завалить долбанного полутрагиста, так что мы там взяли все, что смогли, я постарался тут по-быстрому смыться. А сегодня, дамы и господа, сегодня мы с вами пойдем на снорков. Я бы, конечно, не отказался от дробаша, уж с дробаша их самое то валить. Но дробаша у нас нет, и денег на него тоже нет. Поэтому будем без него работать. Так, взглянем на карту. Нам, по сути, как-то вот так надо толочь туда. Ну, давайте поехали. Интересно, есть ли на Скадовске тайнички? Я так особо не смотрел, но вроде не находил там ничего, но может и есть. Ну, если что, подсказывайте. Так, ориентируемся на Шевченко. Ну, если мимо Шевченко вот так идти, так и выйдем на логово снорков. Да. Как вспомню ту серию, ну, вчерашние наши, то есть, похождения, так и стрёмно становится. Ну это реально там такое, блин, происходило. По пути нас всякие беспредельщики нападали. Собаки меня окружали. Но то было за кадром. То есть как не то, чтобы за кадром. Я вырезал просто эти моменты. Но там пока дошел, пока... Том, здрасте, фигасте, я ожидал там увидеть кровососов и полтергейста. А на меня химера шарах. С ней еще, блин, повозился. Ох. Так. Ты фонишь? Ты не фонишь. Так, ну и ничего хорошего на тебе, собственно, нету. Так, это Ной. Ной нам не нужен. Так, взглянем на карту. Так, поправляем курс и идем. Сохранимся чуть-чуть. А тут мало какая живность, блин, встретится на пути. А кроме снорков. Сколько тут лодок, блин, возле этого Шевченко. Ты фонишь? А тайничок на тебе есть? Тайничка нету. И текстурки. Ужас, ужас. Вот там тройка сидит иногда и устраивает мне неприятности. Эх, посмотрим, что мне светит с моим оружием и моей меткостью против снорков выступать. FPS проседает. Собачки резвятся. Так, тут у меня радиация коцает. Зашибись. Пахнет елкой. Ладно. Давайте заглянем в гости к сноркам. Так, радиация коцает.
Коцает или не коцает? Да вроде не сильно. Блин, там оказывается помимо этой всей фигни еще и радиация. А там он, помимо собак, еще и кошка. Ну, точнее, три кошки. Сначала потому, что это собаки, а это коты, баюны. Ошиваются. Блин, как же мне в это подземелье не хочется спускаться-то, а? Боюсь я этих снорков, они резкие, блин, как понос. Ну да, делать нечего. Ну что ж, входим. Только я почему-то не вижу нормального входа. Только какая-то, блин, щель. Вроде ж мы отсюда должны выходить, а как мы отсюда выйдем, если... Здесь какая-то щель. Обычно ж мы отсюда вот так оп и выходили из логова снорков. Разве не так? Или тут есть какой-то другой вход? Вот это что ли? Точнее, это не вход, это выход, через который мы должны были входить. Ясненько, а то я думал, что за щель, если должен быть, как говорится, прямой спуск. Так, ну давайте спускаться. Аккуратно. Тихо так. А это что за конура? Давайте тут идти. Заодно всех снорков по пути перестреляем, если повезет. Собака. Кровотечение вроде не сделал. Так. Ладно, давайте уже эту радиацию выведем. Это мне надоело. Водички попьем. Вот так вот. Ну давайте, так, первого снорка убили. Да, кстати, давайте заберем его ручки-лапки. Есть возможность это сделать. Там он сверху бандюки воюют, в кого-то там стреляют. Так, что у нас тут, одна гранатка? Не, маловато. Так, наемнички. Я точно знаю, кто это. Так, слышу тварь. Вижу тварь. Блин, пока перезаряжается. Винт, срочно. Так, что у нас еще есть? Кроме... Так, заживление раны. Давайте стимулятор используем. Так, игрушка у нас, в общем, немножко повисла, и... Так, я же сохранился уже. Да, я забрал.
Давайте продолжать так. Теперь не забудемся перезарядить. Это там вышло не очень со снорком. Слышу, гада. Так, бинтуемся. Так, ничего полезного. Отходим тогда. Перезарядимся. Да. Фигово у нас получается воевать. Фигово, уже бинты ушли. Стимулятор. Харчик. Еще немножко поедим. Да. Продолжим. Наши, блин, неудачные попытки пробиться к сноркам. Точнее, к запорожцу, который охраняет снорки. Прицел здесь абсолютно бесполезный. Свал совсем. Все, и бинтики закончились. Берем. Так. Идем дальше. Так, продолжаем. Зарядиться не помешает. Так, и пошли. А вот и запорожец. И дождик, блин. Забрали. Так, и пошли, отсюда к монахам. А, так не получится. Ладно, тогда давайте попробуем так. Собака. Блин, да ты еще не сдох. Скотина.
Сколько денег на тебя угрохало? Ладно, уходим. Так. И вот мы почти вышли. Сохраняемся. И теперь у нас задача номер два. Вернуться живыми. Обратно. Прощайте. Так, подождем еще немножко, отдохнем. Так, помчались. Спускаемся аккуратненько так, плавненько. Мой персонаж уже спать, кажется, хочется. Он устал, у него уже в глазах двоится, троится. Так, тут стоять нельзя, надо двигаться. Уходим. Уходим. Ладно, отдышись, отдышись, парень. Так, пошли. Разлеживаться нет времени. Так, в глазах двоится, спать хочет. Устал наш герой. Давай еще немного. Так, чуть повтыкаем здесь, постоим. Так, идем. Тайничков здесь никто не устраивал? Чуть втыкаем и идем дальше. Ну, глаза двоится. Блин, а это что тут скакает? Кабанчик, блин. Собачка. Твою ж маму. Так, отдышись. Еще немножко отдышись. Давай, боец. Ты можешь. Так. Ты почти добрался. Давай, не кисни, отдышись. Вот так. Вперед. Последний рывок. Так, до дому, до дому, до дому. До хаты. Так, мы уже почти дома. Расслабься. Ты дома мы. Так. Слушаю тебя. Концентраты, блин. Ну, сплошные. Здоров. Сейчас. Подумаю. Ну вот. Держи свой. Буду добрым. Поделимся контейнером по ушам. Ну, в общем, нехорошо это так. Не, конечно, вот тут, конечно, у нас жесткое, как это там, разбивались, как говорится, ну, дефицит всего, но не будем жадничать.
Одни как разбойничали, так и разбойничают. Так, держи контейнер. То ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, давай. Блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высморкаться. Опять сапожище хреновое. Ну, давай мне. Совести совсем нет у этих. Так, давай за дальше. Неделю подошве гоплык. Так. Медицинский набор. Не учатся, набор не нет. Пригодится. И учиться, блин, не хотят. Кино американского насмотрелись. Дальше. Крышу срывает от жадности. Ты ему про нам, тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросали. Оставь себе дальше. Так, думаю, мне пригодится. Давай дальше. Так, ну давайте вот первое так. Дальше. Ну, тогда ладно, бывай. Так. Ну привет! Здравствуй, слушаю привет. Тебя! Нет, так. Ну, карты ему уже не нужны. Так, это что делает? Новичков нынче как собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Ладушки. Ладненько, ладненько. Так, ну давайте тогда продавать. Попутного привет, брат. Ветра. Как говорится. Здорово. Ну, вот тебе снорк. Так, это пока вот те ручки от снорка. Вот те ножки от снорка. Так, карты за сколько возьмешь? Карты не очень. Так, 800, 500. Так, ну это вот держи. Так. Будет чего интересного, заходи. Остальное, наверное, сычу, толкнем. Да чё? Так. О, он подороже карты берет. Ага. А это за сколько возьмешь? Ну, спасибо. Вот так вот. Вот хочется мне вот эту штуку купить. Вот что означает низкий наводение? Чем, во что это мне выльется? Что-то, ну что на это влияет? То есть, хуже буду в нем видеть или... Что? Объясните мне в комментариях. Поскольку я никакой инфы не нашел. А вы к предыдущему видео ничего не написали, хотя я и там тоже спрашивал, чё почём, но вы как-то не ответили, не отреагировали. На мой вопрос, наверное, сами не знаете. Надо вот тогда еще порыться в интернете по этому поводу. Ну, иди, иди, нечего тебе тут делать. Спать придется. В общем, увидимся, когда я просплюсь. У нас тут выбор произошел, так что. Здравствуй, сталкер! За артами. Ну, сколько там у нас? 7 часов утра. Ну, заходится. Пошлите. Пройдемся за артами. Попробуем собрать хотя бы 2 штучки. Так. И
идем в сторону газировки, но будем ловить их, как обычно, затем потопленным корытом. Там арты тоже появляются. Вот туда нам ссылаться смысла нет. У нас, блин, защита фиговая от температурных аномалий. Так что нам можно сунуться сразу, что там, блин, радиация. Да и все. Мне показалось, думал, кабанчик там где-то ползет. Нет, плоть. Скачет. Зверья здесь всякого полным-полно. Мешать будет мне работать. Передохнем немножко. Сохранимся и пойдем. Кто там скачет по лесу по буеракам? Ну, они вроде отсюда скакали куда-то. Так что можем идти. Так. Артефакт. Болт здесь. Так, мы потопали. Надеюсь, тут арты появились. Выброс, блин, ж был. Почему они здесь не появились? Ладно, давайте посмотрим в другом месте. Там опаснее, конечно же, там снорки в больших количествах могут быть, да и всякие другие нечисть. Ну, давайте пойдем туда, раз тут после выброса ни черта не появилось. Обидно, блин. Я-то надеялся. Я-то губу раскатил. Ну, в общем, мы пришли к тому месту, которое я хотел посетить. В поисках артефактов. Так, примем таблеточку, защищающую нас от радиации. Так, тут еще один кабан где-то ошивается. Скотина всю малину портит. Ну, давайте поищем. Отсюда. Так, не здесь.
Хотя не уходим. Еще кое-что надо сделать. Прежде чем уйти, надо забрать трофеи. Если есть такая возможность. Трофеи у нас тут кабашки и вон там снорк. А валяется мертвый. Забираем. Отходим. И вот два кабашки. Забираем. Ничего забрать не можем, уходим. Но считай неплохо, мы собрали два арта. Чуть трофейчиков зверя собрали. Теперь можем довольны с собой возвращаться домой. Только тут еще два кабанчика. Давайте отдохнем. Сохранимся тут. Так, есть чем вывести радиацию. Прямо здесь и сейчас. Ну, есть, в принципе, чем, но неохота как-то тратить. Давайте вот кофеинчику так. Так, закончился кабанчик. Закончился кабанчик. Ну, давайте собирать трофеи. Раз так получилось. Забираем. Так, что у нас тут? Забираем. Все, уходим. Теперь главное груз доставить до места назначения. В общем, увидимся на Скадовске. Ну вот я и дошел. Так, так, борода, какие артефакты тебе нужны? Так, пузырь и гравий. Гравий, кажется, у нас есть. Так, давайте доставать гравий тогда. Да, вот у нас гравий есть. Так, кстати, что он, какие у него свойства? Так, огненную защиту неплохо дает. Ну-ка. Так, просто гляну. Да не, что-то не рисует совсем. Вот. Так, какие артефакты? Гравий. Вот те гравий. 19 000. Какие артефакты? Снежинку и гравия. Так, вот, срубили 19 000. Ну, а медузу, вряд ли у него когда-нибудь появится заказ на медузу, поэтому можем сразу вынимать и так отдавать. Без заказа на нее. 2000 всего так. Обидно. Ну, держи. Вот еще копытца, лапа снорка. И мясо кабанево. Держи. 61 тысяча, господа. 61 тысяча. На что бы такого потратить? Вот я очень хочу вот это купить, но нет. Навык низкий. Что это значит? Что будет, если я его буду носить при таком низком навыке? Это объясните мне, пожалуйста, кто знает, в комментариях. С артефактами тут, конечно, пожирнее. Вот ну, бывай, борода. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Конечно, обязательно. Так, пока выложим эти два ящика тяжеленных.
Эх-ха-ха. Что-то тут у них забаговано с этой огнезащитой. То есть ставишь, 141% написано. А как бы не прибавляется всем нифига. То есть, как тогда увеличить защиту? Спрашивается. Ну ладно, думаю, на этом будем прощаться. Мы посетили снорков, собрали арты. Жалко, что после выброса не возобновились в том месте у баржи. Так бы 4 арта сейчас принес. И может уже было сотня, где-то тысяч. Где-то так. А так? Ну да ладно. Соберем потом. А пока ставьте лайки, просматривайте видео, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. И не забудьте рассказать мне, что значит низкий навык по отношению к шлему. К шлемам. Шлемам и броне. Что это значит? Что будет негативно сказываться? Ну, спасибо, что смотрели. С вами был Свинтовит. И всего хорошего. Удачи, бро.